Наблюдать за медузами всегда увлекательно. Их движения завораживают. Палеонтологи установили, что эти простые беспозвоночные, у которых нет ни мозга, ни сердца, ни легких, в несколько раз старше, чем самые древние динозавры. Медузы появились на Земле около 650 миллионов лет назад. Медузы размножаются, откладывая капсулы личинки – планулы. За сутки некоторые медузы способны произвести до 45 тысяч таких личинок. Они закрепляются на камне, и из них вырастает полип. При созревании от него почкованием отрываются молодые медузы. Постепенно у медузы формируется щупальца, и она становится хищником, к которому добыча сама стремится. Дело в том, что в теле медузы находится жироподобное вещество – люциферин. Под воздействием фермента люциферазы оно вырабатывает энергию в виде яркого света. Он манит мелких рыбок и креветок, которые становятся легкой добычей для коварной медузы. Эти существа могут распознавать запахи, улавливать колебания в воде и различать свет. Тело медузы состоит на 95% из воды и трех слоев. Внешний слой – тончайший эпидермис, через который они поглощают кислород. Средний слой – это мезоглея. В ней содержатся мышцы и нервные волокна. Также эти клетки борются с инфекциями. А во внутреннем слое – гастродерме – находится пищеварительная полость, которая действует и как желудок, и как кишечник. Ученые насчитывают около 5000 разновидностей медуз. Самая большая в мировом океане – арктическая циания. Она живет в суровых климатических условиях Тихого и Северного Ледовитого океанов. Ее купол может составлять 2,5 метра в диаметре, а длина щупалец достигает 40 метров. Самая крошечная в мире медуза Ироканджи имеет всего 3 мм в диаметре и обитает у побережья Австралии. Относится малышка к виду куба медуз, и все они смертельно ядовиты. А самое ядовитое существо на планете – куба-медуза Хиронекс флекари, известная как морская оса. Обитает в водах у Австралии и Индонезии. Ее трехметровые щупальца покрыты миллионами стрекательных клеток – нематоцитов. Всего одна медуза Хиронекс может за 3 минуты убить 65 человек. Мертвая морская оса долго остается ядовитой. Самая загадочная медуза – Туритопсис нутрикула. Ее размер от 3 до 5 мм, и ее можно назвать бессмертной. В неблагоприятных условиях эта крошка превращается в полип. Ему легче переносить невзгоды природы. А когда они проходят, от полипа начинают отпочковываться новые медузы. Этот цикл может повторяться бесконечно, если, конечно, кто-то не решит ей полакомиться.